Добрый день, дорогие друзья! Рад вас приветствовать! Если вы смотрите это видео, значит, интересуетесь невероятно крутым событием, которое организует лицей Высшей школы экономики – Олимпиадой ступени. Именно по ним я и предлагаю взойти всех вас к новым вершинам научного познания. Именно взойти, друзья, хотя при взгляде на логотип Олимпиады может создаться впечатление, что ступени ведут вниз. Это не случайно. А ведь, собственно, ни один символ не требует однозначных интерпретаций. При традиционном взгляде слева направо они действительно направлены вниз, но это можно трактовать как движение вглубь исследовательской проблемы, вглубь вопроса исследовательского, в корень, в суть, погружение не только в познание окружающего мира, но и, наконец, самого себя. Но если абстрагироваться от традиции и посмотреть на эмблему под другим углом, то движение действительно будет направлено вверх, к новым открытиям и, самое главное, к новым возможностям. Друзья, победители Олимпиады ступени, ну, во-первых, могут претендовать на дополнительные внеконкурсные места при поступлении в 9 и 10 класс. Это важно, но не это главное. Ведь участвуя в Олимпиаде, вы будете работать с научными текстами, с интересными фактами, научитесь выдвигать гипотезы, аргументировать собственное мнение или продемонстрируете это умение. Но самое главное, на мой взгляд, вам представится чудесная возможность критически осмыслить очевидное так, чтобы оно стало невероятным. И вот это, на мой взгляд, принципиально важно. Если же вы пока не можете назвать себя исследователем, то у вас есть прекрасная возможность открыть для себя эту невероятно широкую сферу познания. Если же вы давным-давно встали на исследовательский путь, тем более участвуйте. У вас будет прекрасная возможность не только проверить свои силы, но и узнать что-то новое и интересное. Олимпиада ступени проходит в два этапа – заочный и очный. Заочный тур отборочный, регистрация на него заканчивается 10 февраля. Тогда же начинается, стартует, собственно, и сам заочный тур. Поэтому, друзья, не теряйте времени и обязательно регистрируйтесь на участие. Долой сомнения, как сказал поэт. Это действительно того стоит, ребят. Поэтому успехов вам, регистрируйтесь и становитесь на верный, на важный путь познания. Успехов вам, друзья!